Мы попробуем сегодня немножечко подарить вам капельку удовольствия от той музыки, которую мы сегодня будем исполнять в нашей программе «Музыкальный мини-фест». Такое в Щелкове бывает редко, а жаль. Концерт живой музыки в центре города совершенно бесплатно и для всех желающих, кто случайно или специально оказался около Щелковского историко-художественного музея. Музыкальный мини-фест придумали и организовали коллектив музея и творческий союз «Атмосфера». Последний представил на суд публики кавер-версии известных песен в своем качественном исполнении. Время последних романтиков, где оно? Творческий союз «Атмосфера» — это, скажем так, музыкальное ответвление от любительского театра с таким же названием в Центральном дворце культуры, руководимого Анастасией Гребенниковой. «Песня — это зов души», — говорит Настя. В музыкальном союзе участвуют и артисты ее театра, и музыканты, как профессионалы, так и любители. Они играют, поют и получают от этого удовольствие. Это за окном рассвет, это города весной, это дно. Конечно, мы многого не умеем, многое хотим попробовать, вот, но нам самим интересно, чтобы мы сами работали именно с живым звуком, с живой музыкой, с живыми музыкальными инструментами. Вроде что-то получается. Некоторое время назад музей начал сотрудничать с театром «Атмосфера», в постановках которого тоже много музыкальных вставок. Родилась идея сыграть живой уличный концерт. Тем более у музея подобный опыт уже был. В мае, когда праздновали день и ночь музеев, подвела погода, играть пришлось внутри. Теперь же музыка все-таки вырвалась на свежий августовский воздух. Я считаю, что формат вот таких концертов, он очень для города подходящий. И мне кажется, если по выходным делать такие концерты небольшие в разных жанрах. И, может быть, как сегодня глава присутствовал несколько минут, он сказал, почему джаза нет. Сделаем, может быть, даже джазовый концерт. У нее ничего не осталось, у нее в кошельке 3 рубля. Но моя бабушка курит трубку, трубку курит бабушка моя. Десятки жителей Щелково собрались этим вечером у стен историко-художественного музея послушать хорошие песни в исполнении коллектива «Атмосфера». Концерт просто так, без всякого повода, просто потому что лето. На город постепенно опустился теплый летний вечер. Зажегся свет в окнах домов и фар машин. А над площадью звучали песни Валерия Сюткина, Гарика Сукачева, группа «Ария», «Браво», «Ума Турман», Евгения Маргулиса и других хорошо известных авторов. Но, кстати, участники творческого союза «Атмосфера» и сами пишут песни. И мечтают сыграть концерт уже из них. У твоей Москвы и Воневы стало общее что-то, наверное, вы. Прекрасная атмосфера, случайно попали, очень рады. Прекрасный вечер, потрясающий день, так что мы очень рады, что такое устроили здесь и проводится. Спасибо большое. Мы сюда ехали целенаправленно. Собрались с разным поколением. 2,5, 16, 50, 25. И мы с наслаждением, с вдохновением слушаем эти музыкальные произведения, они нам душу вселяют, радость, веселье. Очень хороший концерт. Надо такие мероприятия устраивать каждую неделю. А я живу вот в 3-5 доме, слышу музыку, думаю, пойду прогуляюсь. Чем дома сидеть, тут вот людей посмотришь, песни послушаешь. Конечно, нравится. Мне кажется, это хорошо, что прошлый раз получился из-за погоды в музее. Мы присмотрелись к этому формату, он нам очень понравился. И вот сегодня как раз, вот ровно так, как должно быть.
Живой концерт продолжался 1,5 часа. Музыканты дважды играли на бис. И кто знает, может быть, в Щелкове этим вечером родился новый формат культурного мероприятия. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.